Добрый вечер, друзья. У нас стоит изнурительная жара, уже больше 3 недель. И вот эти тучки, такая, знаете, надежда. Может быть, где-то все-таки они поближе к нам подойдут. И будет у нас дождик. Вот такой закат сегодня. Очень хочется дождика нам всем, очень. На солнце где-то до 50, наверное, градусов, 40 в теплицах. 34-35 в тени. Днем у нас. Все растения просто изнывают от жары, знаете. Мы будем надеяться, что где-то уже близко дождик придет и к нам. Вот такой еще один неповторимый закат. Очень красиво. И очень тихо. Знаете, ни один листик даже вот не шевелится. Ни один. Смотрите, все желтеет, потому что не хватает влаги. Все такое уже подсыхает даже. Ну, вот такой закат с надеждой на дождик. Очень ждем, чтобы как-то нам немножечко свободнее вздохнуть. Каждый закат неповторим. Где-то идет дождик, такие тучи. Ну, всем доброй ночи. Всем всего хорошего. До свидания.